И всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале, и по названию этого видеоролика вы уже понимаете, что мы будем готовить. Правильно. Чего пиццу? Для начала нам нужно открыть муку. Насыпать, ну, грамм 400, вот так вот. Я думаю, 400 будет. Вот так вот они выглядят. Наливаем пол бокала воды. И перемешиваем это все. Естественно, половину стакана будет мало, так что добавляем еще половину. Дальше мы добавляем подсолнечное масло. 2 столовых ложки. 1, 2. Я уже понимаю, на глаз. Все, теперь перемешиваем вместе с маслом. Нужно такое, чтобы мы не свободно брали руки. Так, я думаю, нужно прикладывать на нашу доску. Так. И начинаем. Пробовать месить уже своими руками. Такое вот у нас получается тесто. Вот. Теперь сейчас я доску убираю, здесь все протираю, чтобы было чистенько. И уже будем работать на столе. Теперь мы насыпаем на стол немножечко муки. Ладно, столько хватит. Берем наше тесто. И нужно его раскатать скалкой. Если у вас нету дома скалки, то можно взять, секундочку, любую банку. Она будет работать так же, как и скалка. Только ее сначала тоже надо так вот мукой обработать. Все, скалка готова. И также раскатываем, чтобы было поудобнее. Это я отложу. И раскатываем. Делаем вот такие вот полоски. Вот, допустим, одну полосочку сделали. Вторую оставим такую большую. Теперь делаем треугольнички. 1, 2, 3. А это останется на следующую партию. И здесь делаем то же самое. Здесь вторую обрезаем. 1, далее чуть повыше. 2, 3. Это вот можно еще сделать 2. Такие вот треугольнички у нас получаются. Теперь сюда кладем фаршику. Допустим, сыр. И накрываем это другим кусочком. И вот так вот пальчиками сжимаем. Вот такая вот у нас чебупицца получилась. И теперь нам нужно заполнить так всю тарелку. Да, ребят, вот столько вот у нас получалось чебупиццы. Сейчас мы идем их жарить. Ну что, ребят, начинаем жарить. Ну-ка, сейчас посмотрим, что там у нас. Снизу у нас жарится. Мы сегодня приготовили вот такую вот чебупиццу, прекраснейшую, просто на вкус великолепную. Внутри сырок, фарш. Колбаска, просто, ну, все по фэншую. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что мне еще приготовить. Ну, а я погнал.